теннис, бокс, волейбол и футбол. Это далеко не полный список видов спорта, которые можно попробовать в рамках акции «Самара в движении». Елена Юлина и ее дочь Ирина Пироженкова ходят на занятия третий год. Рассказывают, что о бесплатных тренировках с профессиональными инструкторами узнали случайно и решили сходить. Понравилось, поэтому каждое лето ждут с нетерпением, чтобы поскорее заняться спортом на открытом воздухе. Любимыми направлениями у Елены и Ирины стали силовые тренировки, стретчинг, зумба и сальсейшн. Любимым местом для занятий стала городская набережная. Потому что здесь Волга, закат, музыка. Классно. Зимой обычно вспоминаешь самые приятные моменты, которые были за лето. И я поймала себя на мысли, что я вспоминаю не отдых, который я куда-то поехала за территорию Самары, а именно вспоминаю вот эти тренировки на набережной. Все тренировки проходят на оборудованных спортивных площадках. Для того, чтобы присоединиться к занятиям, нужно лишь желание, а коврики и другие атрибуты предоставят организаторы. Профессиональные инструкторы из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий помогут провести вечер активно и интересно. Дарина Надь ведет тренировки по зумбе и сальсейшену. Этими направлениями она стала заниматься около 5 лет назад. Рассказывает, что раньше принимала участие в «Самаре в движении» как гость, а теперь сама тренирует всех желающих. Мне кажется, это о заботе и любви к людям и о пропаганде здорового образа жизни. Самое главное, что зумба и сальсейшен подходят абсолютно для любого возраста, поэтому берите всю свою семью. Попробовать себя в новых видах спорта можно до 31 августа на одной из 4 локаций. Набережная, площадь Куйбышева, парки Гагарина и 50-летие Октября. Занятия проходят ежедневно с 5 до 9 вечера. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.